Лясные прыгажуни, собранные у зале областного центра инновационной и техничной творчести, гучать голосами ведомых выканавцев и танчать, оздобленные разнокаляровыми агентчиками и моделями старых телефонов. До прикладу, гэтая зеленая прыгажуня, зробленная навученцами и майстрами Ивацевицкого профессийного лицея сельскохоспадарчевой творчести, называется «Ёлка ламбада». Сёлета менавіта яна атрымала ганаровое первое место у своей конкурсной номинации. Подобных конструкций у номинации «Дизайн ёлка» несколько десятков. Особливо вылучается шэрагу лясных прыгажунь «Дыска ёлка». Данная ель обладает функцией музыкальной. В ней записано 20 музыкальных композиций на новогоднюю тематику. И она играет очень много. Вот. Точно так же в том с нашей музыкой может она еще и светить. А кольки еще дизайнерских знаходок на конкурсе. Новогодние калядные сувениры, святочные композиции, целое семейство самых разных собак. Им особливая увага, бо надыходящий 2018 год – год желтой собаки. Золотая Ресси, зробленная навученцами Пинского техничного колледжа машинобудования, у лику дипломантов первой ступени. Здесь применены различные приборы электротехнические, и коробки, и магнитные пускатели, и пусковые. А внутри вот находится электродвигатель, который крутит наш хвостик, взятый из магнитофона. Также звуковая плата есть, и внутри самого тела находится уже наша электропроводка, которая подсоединяется и работает. Четвертый год запар на базе Центра инноваций и техничной творчести у Пинску проводится традиционный областный этап республиканского конкурса «Техноелка». Все летнее мероприемство объединяло не одну сотню опантанных модельеров и конструкторов из всех установ профтехедукации в области. Сегодня представлена на экспозиции, в которой вы находитесь, более 300 участников приняли участие, более 81, скажем, экспоната с направлений к декоративно-прикладного и технического творчества. Амаль половина экспонатов, представленных на областном этапе конкурса у Пинску, зусім хутка отправится на подведение выников республиканского этапа у Минск. Мария Кобец, Людмила Салдзина, Александр Дьяшенко, телерадиокомпания «Брест».